В Дагестане задержаны семеро членов мошеннической банды, среди них нотариусы, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Предполагается, что они на протяжении 9 лет фальсифицировали документы, с помощью которых через суд добивались материальной компенсации для заключенных, якобы имеющих право на реабилитацию. В результате из бюджета страны было похищено почти 80 миллионов рублей. Среди задержанных сотрудник адвокатской палаты республики Арслан Али Абулмуслимов, а также ряд участников преступного сообщества из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты и нотариусов. В настоящее время судом для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.